Когда-то в этой парадной я давно жил. Очень давно, правда, в детстве. С 95 по 2000 годы. Потом переехал. Вот она, Брюсовская, 9. Квартира 83. Моя бывшая квартира. Вот она. Однако. Больше никаких вспоминаний нет. Вот это самая высотка, куда я раньше лазил на крышу в 97-99 годах. Как же это было давно. Почти 25 лет назад. Да. Сейчас уже 2023 год, однако. А я все еще лазаю, ёпта. 35 лет до сих пор лазаю. Бывает, бывает. Пискаревка. Тернеска, федеральная пограничная застава. Не железнодорожная станция Пискаревка, а Тернеска. Железнодорожная станция Тернеска. Федеральная пограничная застава. Разделена на южную Тернеску, на северную Тернеску, железная дорога. Ну и ледяные трассы, однако. Вот они, окна моей бывшей квартиры. Когда-то здесь давно я жил. Ходил в эту школу ровно год, 96 года. Потом шел в 146-ю школу учиться. Так и не доучился. Были там большие проблемы в семье. Еще пришлось перейти в другую школу. Отец заболел страшной болезнью. И мог меня зажить. Меня отправили в санаторий. В детский. Со школьной программой. В 95-м году. В 95-м году. Вот она, та самая школа, которую я посещал. О, старая машина. Ух ты. Клево. Кайфово. Прям как 90-е. Вот это же новая машина. Как он быстро по льду идет, я бы так не смог бы. По ледяным трассам. Идет кругом, а он идет так быстро. Я тоже не смогу пройти. По ледяным трассам. Мусорка пошла помойки увозить, ух ты. Мусорная машина пошла мусорки автономки увозить. Мега автономки. Вот это мой бывший дом, Брюсовская, 9. Потом после этого дома я ушел жить в Полюстрово. Да, как же это было давно. Такое ощущение, как это было не 97 год, а вчера даже. Даже не 95, а вчера. А не 95 год. Так давно, вот это было вчера. Вот и завтра в 192 школу идти на учебу. Ледяные трассы. А тут снег.
Федеральная пограничная застава Тарнеска, то есть Пискаревка. Разделена железная дорога на южную Тарнеску и на северную Тарнеску. Мы находимся на южной Тарнеске. На северной Тарнеске живет девушка-бунтарка. Жила, конечно, раньше, сейчас не знаю. Сейчас уж точно не знаю, живет там эта девушка-бунтарка или нет. Может быть живет, а может быть и нет. Но вот хотелось бы узнать, живет она там или нет. В том доме. Я могу сейчас подойти к ней домой, позвонить в домофон, но я не буду этого делать. То, что с меня даже мои друзья сказали, что если я буду ходить в ее на район, то он и брат и муж оторвут мне голову. Поэтому я не буду ходить в твой дом, девушка-бунтарка. Извини. Только в твой магазин «Магнит» металлистов 110. И то посмотри, как ты медленно и лениво перебираешь кошачьими лапками свои товары. То медленно, то быстро перебираешь. И перебираешь кошачьими лапками свои товары. Доброе утро, страна. Уже 7 утра. Пора идти домой. Как кто-то идет на работу, я только домой иду со старого дома в новый дом. Ну, с посещения старой парадной. Ну и старого дома тоже. Ну не старой квартиры. На той квартире же другие жильцы живут. Она сдается. За бешеную сумму. Страшную сумму, бешеную прямо. 20 тысяч рублей в месяц. Нормально живу. Работаю и еще за квартиру бабки как будет. Итого 40 тысяч рублей в месяц я получаю. Нормальная тема. Все бабы мои, ёпта. Да, вот такая вот Тарнеска. Уже солнце встает. Скоро теплеть будет. Еще много градусов обещают. Ледяные трассы увеличатся. И перегоны. И перегоны. Составы поедут. Черт, наушник упал. Тарнеска. Федеральная пограничная застава.
Thank you.
Давшина. Улица, дом 60. Магазин «Дисней».